Живя долго уже с моей супругой, были и те вещи, за что я был благодарен моей супруге. Да, действительно, она страдала, живя со мной много времени. Ей было трудно. Конечно, сейчас я да, делаю так, что она чувствует даже как жена президента. Но были времена, когда она жила в очень трудных условиях со мной. Поэтому всегда да, у меня были мысли о том, что я плохо делаю моей супруге, что она страдает, мучается. У меня были такие мысли. Но однажды мы получили дом. А этот дом был двухэтажный дом, сделанный из дерева. На втором этаже у нас был Зал, где можно собираться, проводить собрания, проводить изучение Библии. А одну часть да, этого зала использовали как комната, Но хозяин сказал, это деревянный дом, поэтому ни в коем случае нельзя здесь использовать огонь. Действительно, он был прав. Поэтому, получается, недалеко от туалета, знаете, мы поставили специальное устройство, что можно было, так скажем, использовать огонь. Да, и моя жена кладет, готовит рис, да, ждет, стоит, да, и потом приносит еду. И я почувствовал, знаете, как-то вину перед моей супругой, и когда моя жена принесла рис, я сказал, да, впервые в моей жизни, будучи мужем, о том, что, дорогая, прости меня, в следующий раз, когда мы переедем, да, найдем квартиру, где будет хорошая кухня, но тогда муж жена сказала: "О чем вы говорите, дорогой муж? Мы же разве сюда пришли, чтобы жить хорошо? Нет же. Давайте будем радоваться, что хотя бы у нас есть что поесть. Впервые в моей жизни, да? И никогда после так не было, чтобы она так сильно впечатлила меня. Я был ей так благодарен. Я сказал: "Спасибо". Но после того дня... Не буду больше комментировать. Да, ну с того момента да, еще ни разу подобного не было. Однажды я поехал в путешествие в какую-то страну, и это было не так, как не... давно, как мы женились, и мне хотелось что-нибудь подарить моей супруге. Однако я совсем не знал, что же купить да, для жены, и как-то спросить не у кого. И поэтому я думал, 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 и потом купил блузку. Впервые зашел в магазин до женской одежды. Мне было так стыдно. Выбрал одну блузку, купил и принес. Я говорю, дорогая, я принес подарок. Я думал, она так обрадуется, будет благодарить. Но когда я делал подарок, она сказала, сколько это стоит? Хотел сказать, что стоит 20 долларов, хотя стоит 40 долларов, да? Но потом я сказал, да, 40 долларов. Тогда что она говорит? Что? Это за 40 долларов? Про себя я подумал, никогда больше в жизни не буду покупать ей никакого подарка. И действительно, с того дня никогда не покупал подарки ей. Потому что если бы покупал бы подарки, я бы и думаю, что мы бы всегда ругались бы. И это есть, да, одна душа или разная душа. Мы женились и уже прожили вместе 50 лет. Однажды я поехал в Россию, да, я сказал, что, да, что у меня одна жена, и только всю жизнь прожил с нею. Тогда все спрашивают, «Вы никогда не женились дважды?» Я говорю, «Нет». Тогда как можно жить с одной женщиной так долго? Да? да я подумал, россияне так много не знают. Даже с одной женой жить тяжело. Как можно жить с двумя? Ужас, страшно даже представить, я подумал. Знаете, уже в возрасте да, мы стали близки друг к другу. Но моя супруга... Да, живя в этой трудной мире, если бы она жила бы без никаких целей, да, да, тогда было бы тяжело. Но я знаю, знаете, есть, конечно, стараюсь ее всегда понимать, но не всегда получается. Однажды мы сильно поругались с моей супругой. Потом я читал Библию, и в Библии было написано, «Жены, повинуйтесь своим мужам, как Господу». Я подумал, «Отлично!» Я открыл это слово перед нею, и тогда моя жена говорит, да? Дорогой, я, был, я была не права, прости меня, пожалуйста. Я думала, та да, скажет. Она говорит, ты дальше почитай. Я дальше прочитал, а там написано, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И говорит, если бы ты любил бы, как Христос церковь, то я бы тебе повиновалась. Что бы я ни говорил, никак не мог на словах попить ее. Знаете, жизнь в браке — это да? Не самая хорошая жизнь, но уже 50 лет мы жили вместе с супругой и жили вместе, и сегодня, да, уже, я не знаю, может, она устала, да. Но потихоньку, потихоньку, да, она становится все ближе ко мне. Знаете, я такой же хороший муж, что видите, как супруга уже стареет, да. Как она слабеет, да? Я думаю, как я могу жить без нее, да? Пожалуйста, живи долго, я говорю ей. Да? Ничего страшного. Даже если ты да, еду, жжешь, ничего страшного. Конечно, это сегодня невозможно, потому что используют да, электронную кашеварку. Однако, мы так живем. Здесь есть пресс-викторы, да? Да? да. Конечно, я уверен, что и вы. Живете примерно одинаковой жизнью со мной. Если мужчина и женщина были одинаковыми, тогда они были бы да, едиными, нико, ничем бы не отличались. Но мужчины и женщины думают даже по-разному. Вы, конечно, простите, да, здесь есть много братьев. Да? Братья же, мужчины, да, даже по пустякам очень глубоко думают. Неважно, какой это мужчина. Например, если я сделал неправильно, тогда это будет плохо влиять для всей семьи. Да, если я так сделал, тогда разрушится вся наша семья. И действительно, женщины думают об одном, да, но не думают об общих вещах. Поэтому появляются часто проблемы. И даже самый некрасивый мужчина, знаете, он думает так. Благодаря мне эта семья держится. Если бы не я, наша семья бы давно бы разрушилась братья, вы согласны? Однако женщины, конечно, об этом не признают. Это есть разница между мужчинами и женщинами. Правильно? Спасибо. Но супруги полностью отличаются друг от друга. Думают по-разному, да, и характер отличается. Однако мужчины, когда начинают о чем-то думать, да, они должны посмотреть, что все вокруг. То есть, если даже это хорошее, да, не принимают. Да, а женщина же да, легко принимает. И поэтому мошенники, которые используют телефон, да, они нападают на кого? Особенно на женщин. Да? Верьте в Иисуса. Женщины сразу верят. Да? Поэтому хорошо проповедовать женщинам. А мужчинам, если сказать, верьте в Иисуса, тогда они будут думать, что вот, дядя ведь он мне так хорошо сделал, да, а начальник мой, он верит в другое, да, и так далее, и так далее. Мой директор, например, католик, да, если я буду ходить в протестантскую церковь, то что будет со мной? Думает о многом, о многом. А если так не думать, тогда в семье будут проблемы. Поэтому мужчины, да, где-то за 40, за 30, да, у них столько много мыслей, что они, да, устают. Конечно, если думать только о слове, это все решится. Но многие об этом же не знают. Мужчины и женщина они полностью отличаются. Однако, сестры, вы должны помнить об одном. Знаете, самая мудрая женщина ⁇ это та, которая слушает слово мужа. Даже если она, ей кажется, что она права. Да? Истинный, братья и сестры, мне кажется, это возможно, невозможно, не это главное. А что Слово говорит? Именно если в эту сторону направить свое сердце, тогда и семья, и церковь да, будет хороша. Однако и люди так устроены. Дьявол как делает? Да, на самом деле дьявол, да? Это же всего лишь дьявол, Да, но что касается да, обмана людей, она прямо очень он талантливый. И поэтому. Да, хотя Иисус Христос уже говорит, но дьявол кладет мысль, которая делает, чтобы у нас была душа, которая отличается от сердца Иисуса Христа. Вот что делает дьявол. Поэтому сегодня когда мы читаем Библию, да, что очень интересно. Однажды один ректор университета пришел ко мне. Услышав, что я приехал из далекого места, он приехал на своей машине, да, и мы где-то час разговаривали, мы говорили по Библии. К римлянам, 3 глава, 24 стих я открыл, и он говорит, о, я знаю это хорошо слово. Все согрешили и лишены славы Божьей. А 24 стих, я сказал, прочитайте. Тогда что он говорит? Да? Там написано, получай оправдание даром, поблагодать его искуплением во Христе Иисусе. 23 стих говорит, что мы согрешили, лишены славы Божией. Я у него спрашиваю, а что написано в 24 стихе? Он говорит, есть и стараться, и хорошо молиться, ты станешь праведным. Ректор университета. Но говорит то, что полностью отличается от Библии. На самом деле, да, не тот человек, который не знает, да, письменность. Но, когда он смотрит другим взглядом, да, видит по-другому Библию, я сказал, прочитайте еще раз. Он говорит, если быть верным, тогда ты получаешь оправдание. Я сказал, 24 стихе, да, написано, получая оправдание дара, пообладать Его, искуплением во Христе Иисусе получая оправдание, то есть получаем оправдание. И по-английски это звучит «justify». И он говорит, он удивляется, прочитав это слово. Здесь написано получая оправдание, и это не нашими делами, но, потому что Иисус Христос искупил. Поэтому это возможно. И это называется милость по благодати. А благодать не требует от нас никаких трудов, никаких заслуг. Сегодня многие люди, говоря о милости, о благодати Иисуса Христа, хотят получить спасение не по милости. Да, я должен быть верным, я должен что-то делать. Поэтому, получается, не благодать, а труд. На самом деле это очень простые вещи. Наше представление, например, вода да, станет стеной. Как такое может быть? Да? Нашим представлением. Скажите, как это возможно? Однако Бог говорит, да, вода будет собираться. Священник, когда вступит в воду Иордана, тогда. Да, Вода становится, вода будет ставать стеною. Как такое возможно? И во-вторых, а что если вдруг да, я войду в эту воду, да, и она снова польется, тогда мы ведь все погибнем. То, что невозможно понять, на самом деле их очень много в Библии. Сегодня большинство людей, которые ведут духовную жизнь, они ставят свои стандарты. И своим стандартам они их смотрят на истину. Поэтому получается, что они не могут понять то, что хочет нам сказать Библия. Поэтому Господь Бог что говорит нам? Он послал Иисуса Христа. Иисус, до того, как прийти к нам, Бог обещал, что Бо пошлет Иисуса Христа. А когда придет Иисус, как Иисус делал так и нам нужно верить в Господа Бога. Однако, злой дух начинает действовать внутри нас, что наша жизнь, она противоположна Слову Иисуса Христа. Так это устроено. Поэтому, когда мы смотрим именно на Слово Господа Бога с нашей точки зрения, тогда очень много, что есть в Библии, нам просто невозможно понять. Поэтому мы верою должны прямо принимать, однако это не получается у нас. В этот раз я поехал в Гонконг и собралось где-то тысячи служителей. На протяжении четырех дней я передавал им Евангелие. Слушая Слово, они удивляются и говорят, что проповеди пастору Супака — это не какие-то особенные проповеди, выглядят как простые проповеди, однако что важно — Независимо, как мы смотрим, Слово Иисуса Христа, оно верное. А в Библии, в Кремлянам, 3 главе, 24 стихе, Бог говорит, что мы оправданы, да? получая оправдание. Да? То есть мы получили оправдание. А то, что Он оправдал нас, он нам дал за то, что мы хорошо сделали добрые дела, или за то, что мы хорошо исполняли заповеди, или помогли кому-то. Нет. Стандартом для того, чтобы оправдать нас, служат не наши дела, независимо от наших дел. Смотря на Иисуса Христа, Бог говорит, что мы получили оправдание. Понимаете это? Господь Бог дал нам закон, если хорошо исполним закон, мы сможем попасть в Царство Небесное. Однако в Библии нет ни одного человека, который бы хорошо исполнил бы заповеди. Ни один человек поэтому не может попасть в Царство Небесное своими делами. Господь Бог поменял закон. Спросите, как Он поменял закон? Допустим, когда вы играете в футбол, там играет 11 человек в команде. Как бы ты один хорошо не играл, ты не сможешь победить. Нужно, чтобы все 11 человек в команде были единой душою, единым сердцем, тогда можно победить. Так устроен футбол. Как бы я один не старался усердно, если не будет единой души, то невозможно победить. И в зависимости от того, как, в какой вид спорта ты занимаешься, там есть особенности. А что насчет, например, да, спасение нашего. Например, когда проводятся Олимпийские игры, да? Да, есть марафон. Да? Или плавание, да? или. Не обязательно, чтобы все граждане Кореи участвовали на соревнованиях, чтобы занять первое место. Нужно, чтобы человек, который представляет эту страну, и если он занимает первое место, тогда получает. Да? Вся страна золотую медаль. Смотря на одного человека, этот человек определяет. Не нужно всем гражданам страны участвовать в Олимпийских играх, чтобы получить медаль. Да, я не умею бегать в марафон. Никогда не смогу пробежать да, всю дистанцию марафона. Даже погибнуть могу. Однако, если спортсмен, представляющий нашу страну, займет первое место, тогда мы все получим золотую медаль. Даже человек, у которого сломана нога, лежит в больнице, но если этот спортсмен, представляющий страну, займет первое место, тогда ему, тоже этому человеку, который лежит в больнице, скажет, что ты выиграл золото. А кто наш представляет именно в очищении греха Иисус Христос? И наш Иисус Христос по правилам Господа Бога, он, если все сделает, понимаете, тогда, если он совершенным образом очистит наш грех, тогда, неважно, хромые мы или не можем ходить, неважно, если спортсмен, представляющий нашу страну, выиграет золото, то и мы получаем золото. То же самое, такой же метод использовал Господь Бог для того, чтобы спасти нас. То, что мы делаем хорошо, Бог этим не заинтересован даже, понимаете? Во время Олимпийских игр, когда бежите марафон, кого тренируют только? Спортсмена, представляющего страну, правильно? Не мы же должны получать тренировку, чтобы участвовать да, в Олимпийских играх. На, мы живем как попало. Однако, этот спортсмен, если занимает первое место, тогда эта награда будет для награды всей страны, и мы скажем, что мы выиграли золото. Наш Господь Бог. Тот человек, который может совершенным образом служить Господу Богу, не такого человека, поэтому Бог послал своего Сына Иисуса Христа. И по воле Иисуса Христа, через то, что Он сделал, совершил, мы получаем спасение, по благодати мы получаем спасение, когда мы делаем доброе. И наше добро никак не связано со спасением. Аминь. Только пять человек сказали аминь. Точно аминь? Да, аминь. Что касается духовной жизни, сколько я Библию раз прочитал, как я прочитал Библию, или как я много молился, сделал доброе дело или нет, это Никак не имеет отношения к моему спасению. Да, наоборот, неправильная духовная жизнь говорит об этом. Однако Библия говорит о том, что искуплением во Христе Иисусе мы получили оправдание. Однако Иисус Христос сделал совершенным образом наше спасение, чтобы не было недостатка в нашем спасении. Однако многие церкви говорят о том, что я должен быть добрым, о том, что я должен быть святым, что я должен не грешить, что я стал совершенным. Вот что говорит. Мы, да, мы уже проиграли, да, потому что мы уже совершили слишком много греха. Как бы мы ни старались, в глазах Господа Бога стандартными Господа Бога мы не можем войти в Царствие Небесное такова наша жизнь если мы бы могли бы самостоятельно достигнуть того что Бог от нас требует тогда Иисус, зачем приходить в землю однако в этом планете нет ни одного человека который смог бы достичь того уровня который Бог требует от нас поэтому Господь Бог послал нам Иисуса Христа знаете я встречался со многими служителями нашей разных церквей и многие пасторах, к сожалению, до сих пор говорят о том, что я должен стараться, я должен быть верным, я должен поститься, я должен давать десятину я должен себя хорошо вести, тогда я смогу получить спасение. Однако Библия говорит совсем по-другому нам. Говорит: о благодати, а то не по моим заслугам, через то, что Иисус Христос сделал. Я понимаю то, что Иисус сделал для меня добро, которое сделал Иисус, должно стать моим добром. Смерть Иисуса Христа на Христе должна стать моей смертью, и по благодати я получаю спасение. Поэтому почему для многих людей вести духовную жизнь так сложно? Никто не может своими делами попасть в Царство Небесное, поэтому Господь Бог решил отправить Иисуса Христа нам. А Господь Бог да, через то, что Иисус Христос сделал, да, Он эту, всю цену, которую Иисус заплатил, хочет дать нам. Аминь. Поэтому, даже если мы много согрешим, даже если мы сделали зло, за которое должны идти в ад, однако Иисус Христос уже получил все наказание, за которое мы должны были бы получить. И то, что Иисус совершил, становится моим. Он уже нас освободил. Поэтому даже если мы согрешим, мы будем праведны. Правильно? Понимаете это? Даже если я прелюбодействовал или грешил, да, я праведник. Почему? Потому что, да, тот грех, да, который за убийство да, или за прелюбодяние, уже грех был передан Иисусу Христу. И теперь важно, сколько Иисус Христос да, сделал добра, сколько Иисус совершил греха. Это важно. Однажды я поехал в Америку. Я купил билет да, в эконом-класс. Когда Господь Бог создавал меня, он сделал, что я был не сильно высокий ростом, поэтому я родился в 1944 году. И через 6 лет да, была гражданская война. Гражданская война, знаете, понесла все, что у нас было, поэтому у нас не было еды. Я ел все, что попало. И в моем организме не хватало витаминов, поэтому, знаете, я не сильно вырос. Однако мой сын же, он намного выше меня. А внук, говорят, что вырос до 190 сантиметров. Страшно даже смотреть. Но самолет же, мне кажется, мой организм прямо способен да, хорошо, чтобы летать на самолете. Потому что, когда я сажусь в эконом-класс, мой рост самый подходящий рост. Иногда я даже могу спать нам хорошо. А есть очень бедные люди. Это те, которые излишне стали высокими что они даже не вмещаются в кресло самолета вы не представляете как они страдают Да, да. да садятся Да люди, люди очень высокие да и потом мучаются же хочется поменяться с ними и ростом но это же невозможно когда я летаю в самолете да мне так хорошо. Но однажды один брат, да, с которым мы летели, он говорит, пастор, я купил билет в первый класс. Я, да, он говорит, вот, посмотри, посмотрите, у меня билет в первый класс. Я говорю, хорошо, удачи тебе. Я да, должен был сесть в эконом-класс, но перед взлетом брат подошел ко мне и говорит, пастор, пожалуйста, садитесь в первый класс, поменяемся со мной билетом. Я сказал, «Не-не-нет, все нормально. О, это же твой билет. Ты лети». Тогда брат говорит, «Но, пастор, вы думаете, что я купил этот билет, чтобы мне лететь? Нет, конечно. Я для вас купил, пастор». Я сказал, «Это уже твои проблемы. О, мне нормально лететь и в эконом-классе. Ты же заплатил лети, да, в первом классе. Потом братья, да? Этот брат-то стал так неудобно. Я говорю, действительно, мне не проблема лететь в эконом-классе. Но он начал просить. Я говорю, нет, брат, все нормально, не переживай. Тогда пресс-викторы, которые были рядом, говорят, пастор, ну вы что? Да? И летя, да, в первом классе. Действительно, там было очень хорошо. Я желаю, чтобы каждый из вас летал на первом классе. Но. Интересно, брат купил билет в первый класс. Однако он дал билет мне, а себе взял билет в эконом-класс. Конечно, он изначально так планировал, да, специально, чтобы дать мне билет в первый класс, да, он специально это купил. И мне кажется, если бы я бы до конца упрямился бы, да, брат бы действительно очень сильно бы разочаровался. Но как это называется? Да, благодать. Не заплатил, не заплатил цену, Сделали хорошо, исполняли заповеди хорошо. Если вы таким образом попадете в Царство Небесное, тогда это уже будет не благодать. Это значит, что вы заплатили цену. Потому что благодать — это тогда, когда ты ничего не сделал. Однако дают столько, как будто ты что-то сделал. По благодати Божией. Почему благодать Божией? Да, то, что я сделал, за это мне нужно отправить в ад. Однако Иисус Христос получил проклятие вместо меня, и Иисус дает мне свое место в Царстве Это есть благодать. Чтобы попасть в Царство Небесное, да, если мы что-то будем делать, тогда получается, что это не благодать. Потому что в Библии написано, да, «Воздающий дело меняется не по милости, но по долгу». Если мы будем знать такой удивительный мир Господа Бога, тогда... Да, я слабый, я немощный человек. И как такой человек, как я, а также сердце Господа Бога, который возлюбил нас, наши мысли полностью отличаются. Среди нас никто не может иметь такие же мысли, как Господь Бог. Понимаете? Поэтому мы должны оставить наши мысли. И Господь Бог уже заплатил всю цену, чтобы нас спасти. Да? Мы должны были попасть в ад. Но Иисус взял на себя весь наш грех и умер на кресте. А затем... Он, взяв у нас грех, за который мы должны были идти в ад, то же самое, как я поменялся с братом билетами в самолет. Иисус Христос взял грех, пошел на крест, страдал, а мы же получили славу Божию, которую должен был получить Иисус Христос. Это есть благодать Господа Бога. Понимаете? Мы Думаем о том, что я должен делать доброе, я должен быть хорошим. Но независимо от этого, хотя мы должны были погибнуть, однако Иисус Христос вместо нас получил это наказание. Так как будто я поменялся с братом и вошел да, в первый класс, то же самое, Господь Бог так нас спас. Я сделал хорошо, плохо сделал, независимо от этого. Да. Если я заплачу цену, тогда это будет не благодать. Иисус Навин что говорит? Ему нужно войти в хананскую землю. Однако нашими способностями у нас нет силы, чтобы прогнать да, живущих в хананской земле. Поэтому через Господа. Да? А израильтяне должны войти в Хананскую землю, потому что Бог идет впереди нас и готовит все, что происходило. Нужно делать не своим способом, а нужно делать способом Господа Бога. Священник, да? когда, тогда, когда да, течет сильное течение, не сякав человек, когда вступил в вердан, тогда Интересно, Ердан, вы смотрели фильм да, «Заповедь»? Я не смотрел, но говорят, что в этом фильме показана сцена, где останавливается вода. Конечно, трудно представить, как такое возможно. И теперь нужно пройти по суше. А вдруг вода полется? Что делать? «Да, я не могу, я не верю, не, не верю, мне страшно, я не могу». Если так да, остановится, тогда все погибнут. Однако люди, верующие в Господа Бога, да, действительно, чтобы вода остановилась, то быть такого не может. Однако, если Бог говорит, что остановится, значит остановится. Если, да, я знаю, что если вода полет снова, тогда я погибну. Однако, если Бог говорит, тогда это возможно. Вот что такое вера в Господа Бога. Пресвиктор Пакт тоже говорил. И пресвикторы тоже. Духовная жизнь, она очень простая. Спросите, почему духовная жизнь простая? Потому что все, что мы должны были сделать, Иисус вместо нас сделал. Тогда почему же для кого-то духовная жизнь сложная? Потому что мы хотим делать вместо Иисуса. Если у кого-то не получается вести духовную жизнь, духовная жизнь не получается не потому, что она сложная, а потому что она слишком простая. Люди, которые идут в ад. Знаете, они идут в ад не потому, что совершили много греха, а потому, что они слишком добрые. И это очень важная правда. А пастор, который впереди сидит, вы понимаете, которые приехали к нам, мы слишком добрые. И поэтому нашим добром мы хотим попасть в Царство Небесное. Однако нашим добром мы не можем достичь праведности Божией. Поэтому мы наше зло передаем Иисусу Христу, а то добро, которое совершил Иисус Христос, мы должны принимать. Как брат, если поменяете со мной билетом в самолет, я заплатил немножко денег, и поэтому я могу войти только в эконом-класс. Однако, когда поменялся с билетом, да, я могу пользоваться да, сидением первого класса. Знаете, я желаю, чтобы все ездили в первом классе, потому что там дают и еду, и делают кровать, да, и сиденья. Прям очень хорошее. Обычно, да, в первом классе, да, 12 кресел. И обслуживает 3-4 человек. Чуть-чуть подвинешься, сразу спрашивают, да, что нужно, да? Однажды, помню, да, я летел в первом классе, и я хотел немножко заняться спортом. И тогда подошла ко мне одна стюардесса и говорит, что вот вам дошечка из бамбукового дерева, она очень полезная, да? Походите, вам будет приятно, да? И я походил, потом прыгнул, тогда она сразу же сломалась. Она очень дорого выглядит. И... Да, я подумал, что же будет, да? А вдруг она скажет, да, заплатите до да, тысячи долларов. Но интересно, она говорит, все хорошо, да? И принесла новое, да? Это возможно, потому что я лечу в первом классе. Это и есть милость я больше никогда не прошу у них эту дошечку. Лучше я буду да, наступать на свои ноги. И я подумал, почему же я прыгнул, да? Надо было просто понаступать. Но такие моменты тоже есть. Однако в первом классе мы заплатили цену. Если кто-то вместо меня, да, заплатит, да, я могу лететь в первом классе. То же самое, в Царстве Небесное, да, Иисус Христос уже заплатил всю цену. Неважно, хорошо я делаю, плохо я делаю, независимо от этого, Господь Бог, Он ведет меня. Да, я иду в Царство Небесное, если я что-то сделал, да, тогда получается, это я иду за мои дела, то есть за свой вклад, а не по милости. Поэтому, если мы поменяем полностью взгляд на нашу духовную жизнь, знаете, каков наш Иисус Христос? Иисус — это тот, который прямо поверил в Слово Господа Бога кто-то подумает, ну как это можно поверить, да? И да, Бог говорит, завтра мира Букилуши, да, Самария будет лучше. Самаре будет постигнуть две миры, я чего не будет Как такое может быть? Однако, когда мы меняем наш взгляд, да, что бы мы ни делали, мы не сможем попасть в Царство Небесное. Поэтому, Господь Бог приготовил одного человека, через которого мы можем попасть в Царство Небесное. У него тоже два глаза, один нос, один рот, два уха. Тот, который имел одинаковый вид вместе с нами. Это кто? Иисус Христос. И Бог говорит, вот смотри, у Иисуса Христа есть две руки, есть, да, десять пальцев рук, десять пальцев ног, да. Теперь посмотрите, как Иисус делает. Для того, чтобы мы увидели, Бог послал Иисуса Христа. А что Иисус сделал? За то, что Иисус сделал, да, Бог передал нам, а проклятие, которое мы должны были получить, Он передал Иисусу. И через Иисуса Христа мы можем попасть в Царство Небесное. Вот что совершилось. Когда мы смотрим, мы думаем: вот, да, как это, вода же собирается, да, а вдруг я погибну. С одной стороны, удивительно, что вода да, собирается, стает стеной, да? О, я не пойду, да? Я не умею плавать. А если погибну, И если человек кто-то не согласится пойти, тогда это станет проблемой. Мы же, да, точно никакого добра не сделали. Поэтому большинство людей сегодня перед Богом говорят, я грешник. Почему я грешник? Когда я смотрю на себя, я грешник, действительно, я не могу сказать, что я правда. Однако, хотя в моих глазах я точно грешник, но если Иисус Христос умер на кресте, если Он говорит, что Он оправдал меня, Понятно мне это, как это, или непонятно. Но если Бог говорит, что Он оправдал меня, тогда нам говорит, что да, Господи, я оправдан. Вот что такое вера в Господа Бога. А если Бог говорит, что Он оправдал меня, я говорю, что нет, я грешник, это значит, что я верю не в Бога, а верю да, в свои мысли. Как вам немножко понятно? Понятно, что я хочу сказать вам? Тогда давайте поговорим о слове. Если вам это понятно, не только этим. Бог оправдывает меня. Библия говорит, что Он оправдал меня. К римлянам 3 глава 24 стих говорит о том, что получая оправдание даром, поблагодать Его искуплением во Христе Иисусе. Другими словами, по благодати Божией, мы даром уже получили оправдание и мы стали оправданными. Так нам говорит Писание. Это не пастор Уксупак говорит, это Библия говорит нам. Это Слово Бога. Аминь. Если Слово Господа Бога говорит, что мы оправданы, значит, мы должны тоже говорить, что мы оправданы. Нет, я грешник все равно. Как так мы можем говорить? Так нельзя говорить. Почему нельзя говорить? Потому что если мы говорим так, это значит, мы верим не в Слово Господа Бога, а в свои мысли. Духовная жизнь? Да, книжники, фарисеи или законники, да? Да, они не могут вести духовную жизнь. Почему не могут вести духовную жизнь? Потому что верят своим мыслям. Ш Если мы будем так рассуждать о духовной жизни, да, я немощный, я слабый, я грязный человек. Я лукавый человек. Я злой человек. Я ни в коем случае не могу стать праведным. Я не могу стать святым. Что бы я ни делал, у меня не получится. Однако, понимаете, что важно? Однако, когда мы жили в Кимчоне, она родила самую красивую девушку в мире. Это моя дочь. И тогда, в то время, мой свояк, он работал в больнице. И в этой больнице, да, моя жена родила ребенка. И знаете, когда она родилась, знаете, что все сказали? Ой, Инсук, тебе так повезло. Потому что сегодня день зарплаты у свояка. И свояк он купил для моей дочери все-все-все. Все приготовил. И я был очень благодарен ему. Однако у нас не было денег до кимчона. И как раз рядом. Я точно не помню, почему, но ему нужно было поехать через кимчон в другой город. Я сказал, а вот когда вы поедете в кимчон, Вы бы не могли бы подвести меня с моей супругой? Тогда миссия сказал: Да, конечно, очень хорошо. Итак, мы сели в эту машину да, и поехали до Кимч'она. Если подумать, да, когда мы приехали в Ким Чон, это было время обеда, да, я бы, наверное, сейчас бы пригласил бы их на обеда, да, угостил чем-то, а в те годы я не мог соображать об этом. И поэтому они привезли нас, и мы попрощались. я ничего тогда не имел. Случайно узнал о том, что миссионер едет в Кимчон. Он сказал об этом мне. И получается, как их двое было, а сзади, да, три места свободных. И поэтому у меня не было как денег на дорогу. И поэтому я спросил, можно, да? Я и моя супруга, да, которая родила ребенка, поедем в Кимчон. Тогда миссионер обрадовался и говорит, да, конечно, поедем вместе. Так мы приехали в Кимчон. Когда я смотрю на эту, на эту ситуацию, миссионер, и тем более этого миссионера, я не так хорошо знал, да, просто здоровались, да. Однако как же он, да, вдруг поехал в Кимчон, как же так получилось, что он, все было по пути, и он предложил, да, сказал, что едет в Кимчон. И потом я сказал, моя супруга родила ребенка, можете отвезти до Кимчона? Тогда он сказал, да, хорошо, отлично. И радовался. И я думаю, что Господь Бог даже для моей дочери Инсу приготовил машину. В да, автовокзале они нас высадили и потом попрощались. Я так был благодарен им за многое. Однако, живя во Христе Иисусе, Господь Бог, Он никогда да, не засовывал руку свою в мои карманы, но знал, что у меня там находится. Господь Бог никогда не смотрел на мой счет в банке, но все равно знал, сколько у меня там лежит. Также, например, у меня есть какая-то сумма денег. Что-то мне нужно, например, сделать. Да, живя до сегодняшнего дня. Я видел, как Господь Бог, зная, Он совершает то, что Он планирует. Каждый раз, видя это, я был благодарен Господу Богу. Я, даже если совсем не умею веры, вы простите, конечно, у меня больше было подозрений всегда, чем веры, я очень сильно подозревал людей. И характер у меня был нехороший. Таков я был. Однако, даже если у меня нет веры, однако в Библии Иисус Христос знает меня, и Он вел меня. И видя каждый раз, как Он ведет меня, видя Его шаги, я не могу не верить в Него. Тогда, когда я живу, веруя в Его, да, или же тогда, когда я верю в этого некрасивого человека у супака, эти жизни невозможно сравнить. Теперь, знаете, да, я не настолько молод, как в те были времена. Сейчас я уже стал да, пожилым человеком. Однажды я сел в метро, Тогда один школьник сказал, «О, дедушка, садитесь сюда». Я подумал, что что, какой я дедушка? И действительно, я был дедушкой. Я забыл, что я стал дедушкой, но когда прошло время, оказалось, что я стал дедушкой. Живя в этом мире, Господь Бог ни разу Он не нарушал то обещание, которое давал мне. Проси у меня, и дано будет тебе. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Почему? Да? нам нужно точную линию провести по этому вопросу. Тогда, когда я работаю своими мыслями и когда я следую за словом Господа Бога, если мы будем проводить точную линию, тогда, тогда, когда мы верим в слово Господа Бога, Бог обязательно совершает по своим обещаниям. Сегодня у нас не получается вести духовную жизнь не потому, что мы немощные и слишком слабые, а потому что наоборот мы слишком хорошо все делаем. Бог хочет даром дать нам. И прощение грехов мы получаем по благодати. И все в нем мы получаем по благодати. В последнее время. Мы в Америке проводили Рождественскую контакту, я уже об этом говорил. Да, в Лос-Анджелесе два раза. В Лас-Вегасе, да, и в сити Пять раз, да, я проводил, проповедовал на Рождественской контакте. в Лос-Анджелесе, да, в три часа и вечером всем. После того, как все вошли, я сел, да, впереди. Но интересно, я всех, да, не знаю, никого не знал, кто рядом со мной. Но интересно, когда я смотрел концерт, у меня наворачивались слезы. И так слезы, да, наворачивались. Интересно, а те, которые сидят рядом со мной, уже плачут. Я подумал, в следующий раз, если мы будем проводить контакт, нужно приготовить платки. Да, конечно, наверное, у всех есть платки. Но можно будет продавать, да, например, хорошее 5 долларов, плохое 3 доллара. Салфетки и доллар. Потому что так сильно плакали, видя этот концерт, да, концерт отобрал все наши сердца. Потом, да, пастор выходит, да, передает слово. Я где-то полчаса передаю слово. Интересно, они очень сильно да, были впечатлены словом. Потом в конце. Да, мы дарили книги, которые называются Так я получил прощенников». Интересно, получив эту, эти книги, они тоже были счастливы. В Лос-Анджелесе обычно три тысячи тысячи человек участвует. Да, проводим концерт-контаты. И видно, как, сколько их, выходя из зала. Знаете, они так счастливы. Никогда в жизни у американцев, да, было ли такой, такой праздник в этот раз? Получается, да, в сентябре и в октябре где-то 140 тысяч зрителей, да, увидели эту большую радость, это счастье. Но да, я получил огромную благодать перед Иисусом. Они, находясь в радости, я тоже был счастлив. Для жителей США 170 тысяч человек. Для того, чтобы охватить всех жителей США, может, сто лет нам понадобится. Однако, знаете, они были счастливы. Та любовь Иисуса Христа, которую я получил, то благодать, которую я получил от Иисуса, эту радость, которую я получил от Иисуса Христа, оно входит в мое сердце. И теперь не я, а через меня, через Иисуса да, я могу передавать это счастье, это радость. Раньше я, наоборот, создавал проблемы другим людям. Такому человеку, как я. Теперь Иисус Христос вошел в мою жизнь, и пока Он пребывает во мне, многие люди меняются. Я был за это благодарен Господу Богу. Однажды я передавал слово в тюрьме из заключенных. Я исследовал, да, записывал, кто откуда. И был один человек, который приехал из да, деревни Сансан, а я тоже родом из деревни Сансан. Я спросил: скажите, такой-то есть, да? А вы из Сансана, да? Я тоже из Сансана. Затем мы общались вместе с ним. Я спросил: у вас есть семья? Он говорит: да, есть. А вы встречались с ними? Нет. После того, как я стал убийцей, никто не приходил ко мне. Десять лет, да, находился я в тюрьме. Несколько раз я писал письмо, однако все письма да, возвращались ко мне. А потом, оставалось совсем немножко до того, как, чтобы выйти на свободу, да, я у него спросил, «Вам есть куда пойти?» Он говорит, «Нету». Я сказал тогда, «Хотите прийти в нашу церковь? У нас есть пустая комната, вы можете прийти». И он приехал к нам. И где-то 10 дней прошло, как он начал да, проводить время у нас. И говорит, я хочу идти. Я спросил, почему? Он говорит, ну как, я хочу проповедовать слово. Хорошо, начните здесь, потом хотите проповедовать. Разве так нельзя? Он говорит, нет, я все равно хочу идти. Я предлагал, ну оставайтесь. Он говорит, я хочу идти. Я сказал, брат. Да, я не могу предоставить тебе хорошие условия. Однако ты не можешь остаться у нас и питаться тем, чем мы питаемся, и жить вместе с нами. Тогда вдруг этот брат, да, он начал плакать и сказал: "Хорошо, пастор, хорошо, я останусь". Оказалось, да, что этот брат подумал: "А вот пастор, он пригласил меня". А ему сейчас, да, лень. Но поскольку я пришел, поэтому пастор не может меня прогнать. И поэтому, да, он да, держит меня. Я сказал, брат, я не могу тебе сделать хорошо, но давай будешь есть, чем мы питаемся, жить вместе будем. И тогда он точно понял, какое мое сердце. Поэтому тогда в нашей церкви как? я думал, как было бы хорошо, если бы он женился, но он уже был как, не в молодом возрасте. И я спросил наших братьев, было бы хорошо, если бы мы бы мы женили бы этого брата, нет ли среди сестер, с которым можно было бы женить? Тогда, да, он, братья сказали, есть одна сестра, да? да, которая очень заинтересована, да, и я позвал эту сестру и сказал, сестра, вот, вот смотри, другие все приходят с, да, в паре, а ты приходишь одна. Почему так? Она говорит, ну у меня же нет мужа. Я спрашиваю, а где твой муж? Он умер уже много лет тому назад. Ой, как тебе не повезло, я сказал. Слушай, знаешь, когда я вижу, как ты приходишь одна, мне так да, жалко тебя. Выходи замуж, тогда она говорит. Так вы меня выдайте замуж, пастор. Я подумал, ну отлично, все идет по маслу. Тогда я сказал, независимо, кого я тебе порекомендую, ты выйдешь за него замуж? Да, конечно, пастор. Я сказал, женись, выходи замуж за него. Что, что, пастор, за убийцу? Я подумал, что это такое? И вдруг, да, ее душа поменялась, и она сказала, что даже не буду ходить в церковь. Пастор, как вы могли обо мне так подумать? Все было хорошо, как по маслу, а потом вдруг все, да, повернулось вверх ногами. Я подумал, как же быть? Но спустя несколько дней она пришла ко мне и говорит, да, я говорю, все хорошо, сестра, не переживай. Есть много сестер, да, которых можно выдать за него. Все хорошо, не переживай. Я, конечно, да, не знаю, кто этот человек, но я уверен, что Бог приготовил для него пару. Нет, пастор, пастор, нет. Я говорю, все хорошо. Нет, пастор, послушайте, я подумала, я была очень гордой. Этот брат намного лучше, чем я, а я была слишком гордой, поэтому я так поступила. Пожалуйста, выдайте мне замуж. Только недавно говорила, что да не хочет, а сейчас говорит, хочет выйти замуж. Я сказал, нет, не хочу. Да? И потом она чуть бы не расплакалась. Ладно, хорошо, давай, выходи замуж. Да? Этот брат поехал да, на родину. Отца уже нет. А как отец дал наследие, дать землю, но старший брат забрал всю землю. И поскольку младший брат приехал, да, старший брат сказал: "У меня есть как твой участок, да, я, конечно, не могу все дать тебе, но возьми вот эту часть денег хотя бы". И этим он нашел себе квартиру, купил машину, и они начали продавать нос носки, ездят вместе, и знаете, так, знаете, они в тепле ходили, да, и перед тем, как пойти на работу, они приходят, да, в церковь, да. Говорит, пастор, до свидания, хорошо. И когда я видел, как они живут, они живут так прекрасно. Конечно, может, есть ссоры, однако выглядели очень ценными. Иисус Христос да, нашел этого брата, который находился в тюрьме, дал супругу, дал семью и живет в счастье. Видя это, я был заблагодарен Господу Богу. Когда мы смотрим на это, люди, которые находятся во грехе, Иисус хочет спасти. А он хочет заполнить наши недостатки, хочет исцелить наши болезни, хочет дать свою милость и благодать. Однако наша душа не поворачивается к Господу Богу, поэтому Бог не дает нам. И если наше сердце и сердце Иисуса Христа будут течь вместе, тогда мы будем находиться в этой благодати. Знаете, я так благодарен, что стал пастором, потому что раньше я находился в отчаянии. Да? Я ничего не сделал, Однако по благодати Господа Бога я смог получить благословение, я смог измениться. Особенно в первую очередь я поменялся. За это я благодарен Господу Богу. Знаете, я не сделал добра или я не сделал что-то хорошее. Нет, Бог по милости дал мне все. И все сновен. Переходит Ердан. И если священник наступит на воду, тогда вода остановится. Как такое может быть? А вдруг вода начнет падать? А рыбы, что настолько проголодались, Господи, что Ты хочешь кормить нами всеми? да Кто-то может так подумать. Однако, если Слово Господа Бога, хотя не подходит, не соответствует нашими мыслями, но Он является нашим Царем, а если мы и слуги, мы должны повиноваться и верить в Его Слово, как Он говорит. Когда я смотрю на себя, это невозможно, оно не подходит. Поэтому мы ломаем наши мысли, и когда веруем в Слово Господа Бога, с того момента Бог начинает у нас действовать. Сердце Господа Бога начинает перетекать в нас. Когда Он создавал наше сердце, знаете, как Он создал наше сердце? Чтобы мы могли прямо принять сердце Господа Бога. А когда мы принимаем сердце Господа Бога, то Он заходит в нас, и Он начинает действовать. Это покой, которого не было у меня, появляется внутри меня. Благодать, которого не было у меня, наполняет меня. Мы получим огромное благословение. И наоборот, дьявол делает, чтобы мы считали, что мы горды, да, чтобы мы доверяли себе, и чтобы мы считали, что мы умные. Тогда человек, когда имеет гордое сердце, он будет мучаться. Господь Бог же через Иисуса Христа дает нам большое благословение и путь к благодати. Поэтому мы можем благодарить Господа Богу и жить, славя Его.